В горах он самый красивый. Включила, видела. Сейчас мы... Ура! Вообще там без остановки просто. Угу. Там поле было не застроено, вот там слева. Поэтому сюда это, шкурки от салют подали. Помнишь? Чё? Там еще очень далеко видишь. Конечно. Значит, когда фотографируешь так, а резко не поворачиваешь. Медленно. Но они горячие? Поняла. А я не фотографирую, я на видео. Ну, что ты делал на видео? Вот. Ну, хорошо. Звездочки. Медленно. Ученица. Ты уже привыкла, а я только никак. Да нет, я училась вообще-то на это. Да, там вообще красота, да? Угу. Это где-то ближе ко мне. На Воробьёвы горы. Где? Отсюда? Воробьёвы? Да, впереди. Там некрасиво. Там некрасиво, вот так вот. Там вдалеке. Обалдеть. Да, кругозор обширный такой. Красиво, красиво. Прямо такими букетами очень красиво. Ой, ну там не видать, но может быть на этом на компьютере будет потом. Звук уберу. Я же боюсь от этого. Ну, поближе можно приблизить. Чтобы нет, я, если поближе, надо тихо. Чё-то какое-то вот впереди. Там сзади, да? Ой. Там вообще красота. Смотри, 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 летит. Может, правда, надо потихонечку делать. Тридцать, да. Вижу, вижу. Ой, лёски, вообще красиво. Серпантинчик такой серебристый. А там сзади шар. Ой, вообще красотища. Ой, супер! Ура! Чё, молчим? Быстро! Раз, два, три, кричим, ура! Ну, у нас так же. Опа-на! Ура! О, красотища! Дорогая моя столица, дорогая моя Москва, с Днем Победы! Ура! Чё ты ворчишь-то, как старичок прям? Праздник Победы сегодня, ты чего? Ты не застал, конечно. Так и слава богу. Прадедушку не застал. День рождения у тебя. Прадедушка. Как дождик, да? Вот такой прям так интересно. Нет, видел лучше пусть я выложу. Ой, ой, супер, супер, супер. Ой, о, сейчас будет класс. Слышала? Ага. Малыш. Как редактировать звук убирать? Ничего, у нас всех тут все голоса запишут, пускай. А Дима что-нибудь?
Я как маленькая. Можно иногда быть маленькой. Нет, да почему такой дым непонятный? А раньше абсолютно не было дыма. Да, чистый был. Сейчас больше такое. А может заряды дым? Смотри, дым забивает. Смотри, дым. Ванечка. Что, Ванечка? Что ты делаешь? Ура! Ура, говорит. Не все, 30 залпов сказали. Смотри, смотри. А 30, да, уже было? Нет, еще. А сколько надо? 30. А как это 30? Когда? 30 раз, тё, салют. А сейчас когда? В лес уже миллион пришло салютов. Там прям букеты, не букеты. Ага. Без остановок. И дождичек. Дождик, дождик. Дождичек такой серебристый. Есть радио такой, серебряный дождь. О, прелесть. О, красота. Ты что, их там как воробьи с первого этажа? Где-то вижу чуть-чуть. Ну вот. Вообще красота, без остановки. Ну, без остановки прям, да. Вот так вот здорово. Слушай, как парашютики, прям черные от этого. Да, да. Угу. Мне кажется, как ядерный бомб. Ну что? Ура! Ура! Ой, смотри, а там прям красный и как-то вот, смотри, раскрывается букетом. Ой, сирень вообще симпатичный. Ой, супер. Все, наверное. Там вот никак не закончится. Слушай, у вас, наверное, летел. Красиво тут закаты, когда бывают, да? И это больше. Нет, видео все-таки лучше. Вот это фото. Видео. Спасибо дедам за победу. Ура! Все. Там никак не закончится. Все. Закончился салют. Все? Да. Так картина Репина. А, вот там еще.